Фильм показывает тяжелый трактор-бульдозер Caterpillar D9N, который участвует в полевых испытаниях нового остекления его кабины. Специальные высокопрочные стекла для трактора изготовила компания PPG Industries, которая является ведущим поставщиком окон кабин экипажей для авиастроительной отрасли. В частности, стекла для тестируемого D9 изготовлены по той же технологии, что и стекла кокпита истребителя F-111. Почему возникла такая необходимость переоборудовать тяжелые бульдозеры окнами повышенной прочности? Дело в том, что работа по толканию угля в приемочные бункеры на тепловых станциях и подобных предприятиях считается одной из самых опасных в отрасли. Нередко тракторы попадают под оползни и их засыпают углем. В результате таких инцидентов гибли люди и получали увечья. Причем почти все из-за проникновения угля в кабину через разрушенные окна. Специалисты считают, что одним из способов обеспечения безопасности операторов станет использование на бульдозерах окон повышенной прочности. В показанном эксперименте бульдозер Т9Н был засыпан слоем угля высотой более 10 метров, в результате чего на его стекла воздействовало внешнее давление около 1,4 кг на сантиметр квадратный.